В Якутске определили лучший автобусный маршрут. Из 19 действующих самым пунктуальным и вежливым признаны водители маршрута номер 35. Конкурс городская администрация проводит ежегодно с 2005 года. Тем временем на городских маршрутах в столице республики ежедневно курсируют 420 автобусов. А на лучшем по итогам этого года трудятся самые опытные и преданные своему делу водители. Один из них Евгений Платонов с 17-летним стажем вождения пассажирских автобусов. 6.45 первым идешь, 6.45 там 5 просыпаешься. Если позже идешь там, 13-м, 10-м там, 6 утра просыпаешься. Это нормально. Ну, режим такой у нас у автобусников. Камеру установили вот, как бы сейчас, и валидатор, вот модуль. Ну, как бы прогресс идет. Сейчас, конечно, в лучшую сторону все меняется.